То есть следователи следственного отдела Калачеевского и следственного управления в Воронежской области умышленно пошли на, как я считаю, совершение преступления, на сокрытие преступления и уводе от уголовной ответственности хозяев оба Вариагра, Матяшевой и ее гражданского мужа Гачичеладзе. Потому что за ними явно стоит более влиятельная фигура, как я предполагаю. И везде было, как в следственных отделах, в прокуратуре района, в прокуратуре области, любой ценой сокрытие совершения преступления, так и в судах то же самое происходило. То есть за этим делом стоит явно влиятельная фигура, которая, как я предполагаю, имеет отношение к попытке меня убить. А вообще-то это дела здесь у Агротрейд и Калачеевского элеватора. И, как я предполагаю, отъем собственности Калачеевского элеватора в пользу вот этого влиятельного гражданина, как я предполагаю, который на самом деле является фактическим хозяином ООО «Бавария Агро» и также Калачеевского элеватора.